Утро в центре доверия – обычный день. Сотрудники выполняют повседневную работу, оказывают услуги горожанам. В классах у студентов университета пожилого человека идут занятия. Но в 10 часов привычный распорядок нарушается. В центре срабатывает пожарная сигнализация. О том, что будет проводиться учебная эвакуация, заранее никого не предупреждали. Выходим, 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 выходим. Минута и 21 секунда. Такое время понадобилось на эвакуацию сотрудников центра, студентов Софии и горожан, пришедших в социальную парикмахерскую. Однако на этом день безопасности не завершился. После эвакуации состоялся конкурс «Сандружин». Все мы помним, что в прошлом году чрезвычайная ситуация, по сути дела, была на территории всей нашей страны. И во многих местах, как мы видели, что люди не были готовы. И обучались вот непосредственно при чрезвычайной ситуации. В рамках конкурса участники оказывали пострадавшим первую помощь, продемонстрировали свои действия в условной зоне радиационного заражения и провели санобработку. Чувствуется заинтересованность людей вот, на занятиях особенно. Занятия проводили 3 раза. По итогам первое место разделили 2 команды. Одна из них представляла Чердаклинский район, а вторая – университет пожилого человека. Юлия Лаптева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.